Всем здравствуйте из Магадана, из осеннего, октябрьского. Сегодня мы посетим вот этот торговый центр, который называется у нас Моремолл. Это здание, которое строили несколько лет, и находится оно за Мегамагом на Ленина. Я зашла, если вы заметили, вот с другой стороны, то есть собираюсь зайти, с другой стороны, не там, где центральный вход в Мегамаг, а с изнанки, где сделали стоянку. Видите, сколько много места свободного. Вот. И что будет здесь? Детский мир, обувь Кари, М-видео и куча других бутиков на первом этаже Литуаль. Я уже там была, мы делали экскурсию, когда открылся первый этаж. И тут нам сказали, что уже второй этаж открылся. Вообще здесь 3 или 4 этажа. Ну и, наверное, они будут, бутики, открываться все постепенно. Ну а сейчас мы пойдем посмотрим, что там внутри именно на данный момент. Напоминаю, сегодня 4 октября 2020 года. И в нашем городе появился торговый центр, который, знаете, напоминает, вот видите, даже написано Моремолл. Он напоминает торговые центры все, которые существуют в нашей стране, такие большие, современные. И я удивлена немножко названием, потому что Моремолл все-таки, он есть и в других городах нашей страны, например, в Сочи. И как-то зная сочинский Моремолл, чтобы у нас был свой как-то. Но не Моремолл, надо было его назвать не Мегамолл, а, например, Мага. Магадан, да? Магамолл. Почему море? Тут только от того, что мы находимся на море, но это повтор сочинского Моремолла. Да? Как-то вот мне, например, не очень это понятно, потому что это название уже существует. И ну, в общем, давайте пройдемся здесь. Я одела маску, как положено, и иду. О, лифты заработали. На нас сейчас будут все таращиться, так как я с камерой. У нас еще люди немножечко дикие, когда видят камеру, делают большие глаза. Как будто это какая-то новинка, но все с большим удовольствием ходят на YouTube смотреть видео. Так, смотри, здесь какие эскалаторы уже. Мы в прошлый раз, когда были, я снимала для просто сторис в Instagram, и эскалаторы не работали. Не был открыт Литуаль, кстати, можно посмотреть. Вот давайте сразу пройдемся. Конечно, прокатимся на эскалаторах, потому что я тоже хочу заглянуть, что там наверху посмотреть. Так, Литуаль еще закрыт. То есть вот центральный вход, смотрите. С этой стороны я имею в виду. Мегамаг уже наполовину с той стороны закрыт. И большая часть Мегамага перенесена в новое здание. Мы еще туда заглянем. Это вот я прошла с другой стороны. Вот площадь Магаданская, на которой проходят все праздники. Напротив там через... дальше речки Подвиг, клуб Подвиг. Ну, магаданцы знают, что это такое. Тоже здесь достаточно места для стоянок. И в Мегамаг уже там не зайти. В Мегамаг все заходят с этой стороны. Здесь такой здоровый экран с рекламой. Ну и оформление мы его видели и раньше, но сейчас это все уже доделали. Здесь ведутся еще какие-то работы, я не знаю, пустая стоянка. Но учитывая, что сегодня воскресный день и народ еще не проснулся, время даже обеда нету. После субботы еще все отдыхают, ха-ха. Ого, да? Неплохо. Здесь, скорее всего, будет кафешка, потому что, посмотрите, закрыто чем. Может, я ошибаюсь? Не, ну да-да-да, здесь уже вот так вот отгорожено. Я думаю, кафешка будет, здорово. То есть на входе, далеко ходить не надо, будет кафе.
Здесь будет аптека. Здесь будет еще что-то. Один, второй. О, четыре уже павильона. Еще что-то. Ну, видите, Летуаль занимает очень большую территорию. Здорово, здорово, что он будет здесь. Мне нравится. Так, там он тоже. Что на нижнем этаже? Туда просто ходят люди. Так, самое главное, чтобы охранники не ругались, да? Ну, мы, если что, с ними поспорим, правда же? Мы же знаем, что у нас можно здесь снимать. Пожалуйста. Ведение, номер ходит в магазин в Мегамаске. Ты что, какие действия твои? Что, в курсе поэтому? Мне долго здесь ждать? Нет, немножечко. Вот наш новый Мегамах. То есть та часть закрыта, а все перенесено сюда. Здесь тоже будут бутики Билайн. Хонор откроется. Сюда. Сейчас здесь стало просторно и, в общем, здорово. Мне, например, очень нравится, потому что люди, такие большие проходы, не ютятся, не толпятся. Ну, в общем, девушки, что сидели там на кассах, сейчас здесь сидят. Смотрите, сколько много касс. Ну, то есть, вот настолько стало хорошо. Так, и здесь, получается, Зоомир будет. Здесь Билайн. Здесь будет еще что-то, МТС. Ну, МТС это обязательно. И то, что это на первом этаже, это, наверное, очень-очень удобно. Так, пока еще здесь остался проход в старый Мегамах. И мы по нему еще пробежимся. Ну, наверное, не сегодня. Конечно, я понимаю, что вы хотели посмотреть, что у нас в Мегамаге, да? Вот Сбербанк, банкомата, смотрите, сколько много. Ну, я надеюсь, здесь еще есть туалеты, пока я их не вижу, но они должны быть, потому что раньше этого очень не хватало в Мегамаге. Это для посылок, всякая там торговля. Так, ну и чего здесь только нет. Заглянем в нижнюю часть Мегамага, что там осталось, да? Давайте. Нет, давайте в следующий раз. Я хотела посмотреть, что на верхнем этаже. Потому что мне сказали, что на верхнем этаже открылся громадный большой отдел одежды. И мы, в общем, хотели посмотреть, мужики уже наши там. Они собрались здесь что-то купить, потому что сказали, что там скидки и распродажи. Ну, в общем, мы здесь уже покупали все. Ну, в общем, нам понравилось, потому что места много, действительно. Классно. Насчет охранников. Удивительно, они стали приставать, может, потому что я в зал не ходила. Ничего не сказали. Ну, я бы, конечно, и пошла в зал. Ничего страшного. Я не люблю снимать в магазинах, потому что они пристают все. И говорят, что нельзя снимать. Хотя, конечно, снимать можно. А я спорить не хочу и ругаться не хочу. О, лифт все-таки работает. Работает. Так. Модная я здесь будет. Для молодежи такой, знаете. Для худеньких, маленьких. И так, джинсы, толстовки. А, вот про этот магазинчик нам сказали, что сейчас там все можно купить по скидкам. Вот мне так нужно бы жила жилетка все лето. Я обошлась без нее. Ой. Так, что? Вот он. Называется Fun Day, да? Или Fun Day. Ну, пойдемте посмотрим, как здесь и чего. У нас же экскурсия. До сих пор действует защитный режим. Все ходят в масках. И у нас, кстати, очень много заражений. Но, тем не менее, люди устали сидеть дома. Ходят на работу. Да, распродажи – это, наверное, для того, чтобы, естественно, привлечь клиента. Какой здесь товар? Ну, я не знаю, потому что я никогда не покупаю вещи в магазинах. Редко-редко. Там футболки, белье и обувь. Остальное все шьем сами. И какой здесь уровень одежды, фанды? Что это за фирма? Надо почитать в интернете. Так, наши мальчишки, смотрю, уже в примерочной мере. Это у них курток типа нету. Ну, судя по цене, это магазин дешевой одежды, доступной. Ну, наверное, это очень хорошо, что такое есть, потому что
Чего не купить футболку за 500 рублей, да? У нас есть в Магадане уже магазин Gloria Jeans, такой недорогой одежды, более-менее доступной для молодежи и так далее. Вот смотрю, здесь тоже вот появились футболки по 500, по 600 рублей. То есть у нас такая доступная цена. Ну, и блузки смотрю по 1000 рублей. Ну, я так понимаю, что за такие деньги высокого качества, конечно, не будет. Но, тем не менее, я говорю, людям есть где одеться. Такие магазины тоже нужны. Не все ж крутые, да? Примерочные. Да, что еще? Детская одежда. Ну, здорово. Здорово, вот такой отдел. Я так понимаю, он единственный, больше ничего больше нету. Так кассы посередине. Да, я почитаю потом про эту фирму, мне просто интересно. Кстати, такая хорошенькая. Надо Анжеле купить свежую футболочку, пока есть там размеры, да? Мы прогуляемся еще дальше, да? Посмотрим, так, мужской отдел. Распродажи. Народ, я так понимаю, тоже на экскурсии. Ну и по таким ценам можно что-нибудь купить, в общем-то, да? В общем, я прошла по этому магазину, все посмотрела. Мне здесь купить нечего. Ну, разве что трикотажки, это футболки. Но в данный момент я к этому не готова, поэтому иду на выход. Думаю, что третий этаж... Третий и четвертый этаж пока закрыты. И что там будет, мы узнаем тогда, когда это все откроется. Очень хочется надеяться, что на верхнем этаже будет кинотеатр и какая-нибудь игровая зона, например, для детей. Кафешки, конечно, магазин. Ой, это кафешка какой-нибудь дешевой кухни, где можно супчики поесть, ну типа как в Мегамаге. И с хорошим поваром, я имею в виду. Там кафе «Дирижабль». Кто не был, обязательно посетите. Мне очень нравится там, как кормят. Вот мы иногда туда забегаем. И вот хочется, чтобы в этом месте тоже было и кафешки, чтобы были. И какие-то такие места, которые хочется вернуться и посетить. Так, ну, надеюсь, здесь делают какой-нибудь фонтан, как во всех торговых центрах. Но пока этим не пахнет. Лифты самые обычные, как видите. Но самое главное, что они работают, и это есть у нас в городе. Можно по ступенькам пока пройтись, не работает. Да? Так что вот. Потом все это откроется, придем сюда не один раз. Кто-то любит кататься на лифтах, потому что в нашем городе их не так много. Только в Нагаевском. И где еще? И на Идее. Торговый комплекс «Идея», бывшая швейная фабрика. Но они не такие модные и современные, поэтому... А, в Нагаевском нету лифта, я шучу, там всего три. Три... Господи, я не туда пошла. Она ехала вниз, а сейчас она едет... Короче, Серега, я тут! Я ищу, где спуститься! А вы где спустились? На лифте? Да, вот видите, не работает. Вниз на лифт можно только спуститься вниз на лифте. Ну что, поехали. Да? Вот так вот. Сейчас прокатимся на этом лифте. Это самый обычный, господи. Но для нашего города это все-таки... Такое открытие. Смотрю, будет минус первый этаж. Видите, лифт пока работает на первый и второй этаж. Поехали. Ух ты, как я давно на лифтах не ездила. Мягко и хорошо. Ну и мы пойдем дальше. Ну как вам? Мы видим магазин, а как туда попасть? О, он еще не открыт. Это карри. Это будет карри, он еще пока закрыт. Я знаю, что там раскладывают товар и еще этим занимаются. Так, ну все. Думаю, что в Мегамаг мы сходим еще в следующий раз, пока не готово. И мы поехали дальше. Надеюсь, вам не было скучно.
теперь и в нашем городе есть свежий, новый, большой, современный, с претензией на модный торговый центр. Надеюсь, что здесь откроются другие отделы, и там будет повеселее гулять и чего-нибудь покупать. Ну, естественно, и кафешки, кинотеатр хотелось бы. Будем ждать. Ну все, с вами была я, Анжелина из Магадана, со своими прогулками, знакомством с городом Магаданом. Пока-пока.